Слава Богу. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Сегодня трансляция утренней молитвы. Включаю трансляцию на Ютубе. Сегодня у нас 4 августа 2018 года. В нашем гражданском календаре исчисление. Вот, а в библейском исчислении сегодня у нас 23 уже число месяца. А завершающее. Вот. Сегодня читаю из Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна. 7 глава. В общем-то, это главная будет тема сегодняшней молитвы. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь. Сегодня суббота, и приветствую всех таким традиционным нашим еврейским приветствием. Шаббат шалом. Аллилуйя. 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 Да, приветствую, кто подключился уже. С добрым утром всех вас, братья, сестры. Вот так вот, да. Благоставляю всех во имя Господня. Слава Богу. И сегодня читаю из Божьего Слова 38 стих 7 главы Евангелия от Иоанна. Иоанна 7:38. Но хочу начать с вот... с тех слов Иисуса, что перед тем, в 37 стихе были сказаны. Иисус в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, возгласил, он провозгласил, прокричал, там буквально есть один из переводов, прокричал, кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует, меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Вот, и дальше уже комментарий идет следующий. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них духа святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Вот это вот слово, то есть это было сказано о духе Божьем, о духе святом. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Кто жаждет, иди ко мне, он сказал, и пей. Иди и пей. Вот, как в физическом, да, вот мы в мире без воды, как говорится, ни туды, ни сюды, без воды никак вообще. Вот, мы же из воды созданы и водою, и даже первый мир был потоплен водой, собственно. Это очень такой образ, такой очень серьезный для всех нас. Вот, и... А так и для всего сущего, как для в материальном мире вода, вот физическая, на иврите маим, маим, вот, вода, вода маим. Допустим, небеса на еврейском языке это шем маим, то есть имя, рухашем, да, имя, дающее воду, то есть Бог, дающий воду. И вот, да, вода, мы пьем воду, и, да, вот ученые говорят, врачи, что надо выпивать воды достаточно много ежедневно для поддержания здоровья физического. Вот, а для духа нашего, для духовного, для
более реального мира, чем этот вот мир физический, в котором мы живем, тоже реальным, но не такой реальный, как тот реальный Божий мир. Так вот, в более реальном мире, в божественном, духовном мире, такую функцию исполняет Дух Святой. Мы поем, вот и сегодня тоже, как раз молитва Духа Святому, традиционная такая православная молитва, там поется: «Царю небесный, утешителю Дух истины, Ты, который везде пребываешь и все собой наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши». Аллилуйя. Слава Богу. Вот, и действительно, тогда еще написано, вот когда Иисус говорил те слова, записано в Евангелии от Иоанна, 7 главы, я напоминаю, кто подключается сейчас, что читаем в этой утренней молитве Евангелие от Иоанна, 7 глава, вот 37, 38, 39 стихи я прочитал как раз. Вот, и даже для трансляции картинкой я взял, значит, такой текст из Писания, 8 глава, 38 стих, 7 той же главы. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Иисус, интересно, это говорил еще о Духе Святом, который будет на верующих, который сойдет на верных и святых, на церковь Его. Да, тогда еще, когда говорил это Иисус, и записано так ведь, что сие сказал в Духе, которого имели принять верующие в Него. Они еще не приняли, а имели принять. «Ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Вот ныне же, слава Богу, исполнилось Писание сие, уже 2000-летий как. Вот, и ныне Иисус прославленный, уже 2000-летия Он одесную Бога на почетном месте у Отца Своего, нашего Отца Небесного, наш брат Иисус Христос, наш Искупитель Иисус Христос, наш Целитель Иисус Христос, ходатай Нового Завета Иисус Христос, великий первосвященник Иисус Христос». Да, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, уже 2000-летия на почетном месте у Отца Своего ходатайствует за нас. Аллилуйя. Аллилуйя. Андрей, приветствую, да, мир Божий вам, доброе утро. Доброе утро, мир Божий, шалом. Аллилуйя. И шаббат шалом, кстати, да, шаббат шалом. Вот, и верующий в Него, в Иисуса Христа, согласно слову этому, да, шаббат шалом, да, аллилуйя. Арсениус, Арсениус, Арсений, слава Богу, шаббат шалом. Вот, и согласно слову, верующий в Него будет наполнен Духом Святым. Вот об этом хочу сказать как раз сегодня, в этот утренний час, в этот час молитвы. Боже, спасибо Тебе, что не только мы пьем эту воду, она в нас делается источником воды, текущей в жизнь вечную. Аллилуйя! Из чрева потекут реки воды живой, и верующий, о Боже, спасибо, Господь, о Боже, великий, Боже, могучий, слава, слава Тебе, о Боже, спасибо, не будет жаждать верный, аллилуйя, верующий, на ком Дух Святой и в ком Дух Святой, не будет жаждать никогда уже. Потому что не просто будет напоен верующий водою и напояется водою, но вода, которая в него приходит, она делается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. И здесь он говорит: из чрева потекут реки воды живой. Даже не одна река, а реки, разные реки, реки, реки Духа Святаго. Аллилуйя, спасибо, Господь. Реки иных языков,
реки исцеления, реки освобождения, реки благословения всяческих. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Царь Вселенной! Боже, благодарю Тебя, Господь! Благословен Бог наш всегда, ныне присно, во веки веков. Аминь! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю Дух Истины, Ты, который везде пребываешь, везде-везде, во всем, и все собой наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Аллилуйя, аллилуйя! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе и слава, наш Бог и Царь. Аллилуйя! Отец наш, сущий на небесах, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Боже, в это субботнее утро, Боже, благодарю Тебя, Господь, наслаждаюсь, Боже, Твоим присутствием святым, Твоим благословением, Господь, Боже, и... О, из чрева потекут реки воды живой, и они текут такие, эти реки воды живой. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Царь Вселенной! Благословен Ты! Вода, которая Твоя, святая вода, Духа Святаго Твоего в нас, она делается источником воды, текущей в жизнь вечную, и даже реками, не просто одним источником, а реками воды живой. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Аллилуйя! Спасибо, что Иисус прославлен ныне у Тебя. Спасибо, что Он ходатайствует за нас, как великий первосвященник. Спасибо за дар Духа Святаго. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Спасибо Тебе, Господь, за слово пророческое, за слово жизни. Аллилуйя. Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, за все. В последний же великий день, еще раз погрузимся в это слово, Иисус в завершении этого праздника, Он сказал, кто жаждет вот это слово, пророческое слово, это помазанное слово от Духа Святаго, кто жаждет, иди ко Мне и пей, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что еще Иисус еще не был прославлен. Аллилуйя! Ныне Он прославленный, Господь! Ныне Он прославленный, ныне Он возвеличенный, одесную Бога, и ходатайствует за нас, и реки воды живой. Вода святая, которая в нас приходит, Его святая вода, Дух Святой в нас делается источником воды, текущей в жизнь вечную. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Пусть эти реки текут, пусть не будет никаких там запруд, как вот эти там бобры, там еще прочие дела, там запруды такие, да. Вот. А пусть никаких не будет духовных запруд, да. Слава Богу. Пусть текут беспрепятственно эти реки воды живой, реки воды живой. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Царь Вселенной. Благословен Ты, Бог наш, благословен Господь. Аллилуйя. И сегодня делаем причастие, хлебопреломление. Вот, я стараюсь ежедневно делать причастие, Евхаристию, хлебопреломление. Вот, сегодня у меня вот хала, да, вчерашняя хала, сегодняшняя. Потому что шаббат, суббота.
Спасибо, Господь. В этих простых образах, в этих простых, вот очень таких, хлеб и вино, да? Плод виноградной лозы и плод из земли, хлеба из земли. Как вот в молитве той говорится, да? Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Действительно, Бог дает нам хлеб из земли. И благодарим Бога за это. За плод виноградной лозы и за хлеб из земли. Это простые образы, но в этих простых образах великая сила. В этих простых образах действительно великая благодать Духа Святого. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь Вселенной. Спасибо, Боже Всемогущий. Благословен ты, Бог наш. Благословен Господь. Благословен Отец наш. Слава тебе и хвала, Боже Всемогущий. И соверши, Господь, хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. А то, что в чаше сей честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Твоим святым. Спасибо, Господь. Спасибо за все. За Голгофу, за кровь мы Тебя благодарим. За воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. От всего сердца благодарю Тебя, Господь, за воскресенье Твое. За победу Твою благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, о Дух Святой. За все я благодарю, за все я благодарю. Благодарим Господа, братья, сестры, благодарим. Я благодарю Его за то, что кровью Иисуса Христа, Его телом ломимым, я искуплен, спасен. Не на 99%, как я говорил прежде, а вот на все 100% спасен, исцелен, благословлен. И чтобы в этом физическом мире, в котором сейчас живу, временном этом мире, не таком реальном, он реальный мир, но не такой реальный, как тот святой, Божий святой мир, более реальный намного. Вот, я знаю, что небо провозгласило, совершилось искупление рода человеческого. Я благодарю Бога за спасение, за дар вечной жизни во Христе Иисусе, за исцеление, освобождение. Все Его благословения через Христа Иисуса, Господа моего любимого. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе! Мой возлюбленный стучится, отвори, сестра моя, время пения настало. Голубица чистая, вот Он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет, вот Он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный идет. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других. Вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет, вот он идет, Бог мой грядет,
мой возлюбленный идет. Аллилуйя! Гряди, Господи Иисусе! Возвращайся, Господь! Слава Тебе! И доколе Он придет, мы совершаем это великое таинство. И уже на небесах, уже в царстве Его, уже в Его государстве и царстве будем пить новое вино. И Он есть хлеб нашей жизни, Он есть вода живая, Он есть плод виноградной лозы. Это великие образы сейчас самого нашего Спасителя, Господа. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Ну и шаббат шалом. Поздравляю всех причастников, причастниц с причащением святых Христовых тайн, тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. И всех поздравляю также с продолжающимся праздником, Господним днем, святой субботой, шаббатом. Вчера вечером начали праздновать. У нас с вечера до вечера принято. По традиции древней, еще библейской традиции, как сказано, притворение было. И был вечер, и было утро, день такой-то. Вот был вечер, а теперь было утро. День седьмой. Спасибо тебе, Господь. Благословен ты, Бог наш. Благословен Господь. Благословен Боже наш. Аллилуйя. Погружайся в нас. Мы погружаемся в Тебя, Господь. Аллилуйя. 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 Шаббат шалом. Аллилуйя. Аллилуйя. Субботний мир. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Субботний мир, Господний мир, шаббат, 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 шаббат шалом. Аллилуйя. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом. Субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шаббат шалом. Наш Отец живой, Бог Отец наш, и Он живой. О, аллилуйя, аллилуйя, от Авину хай, от Авину хай, от Авину, Авину Малкейном Шеба Шамаем, Отец наш, сущий на небесах, аллилуйя. Ава, Отче, Папа, Папочка, Ава, Отче, аллилуйя, аллилуйя. О, Давину хай, о, Давину хай, о, Давину, о, Давину, о, Давину хай, Ава, Авину хай, о, Давину хай. О, Давину, о, Давину, о, Давину, хай, Ам Израиль хай, Ам Израиль хай, Ам Израиль, и народ наш Израиля живой, потому что наш Отец живой, и потому наш народ живой. О, Давину, Ам Израиль, хай, хай.
Всем вам желаю мира. Аллилуйя. Эйвену шалом алейхем. Эйвену шалом алейхем. Эйвену шалом, шалом, шалом алейхем. И благословляем Иерусалим, столицу возрожденного еврейского государства. Этот год у нас год 70-летия возрождения Израиля как государства, одно из самых великих геополитических чудес тысячелетия. О, величайшее даже, скажу так. Аллилуйя. И 70 лет в этом году мы праздновали и продолжаем праздновать весь этот год, 2018, 70-летие Израиля. Аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Господь. Шалом, шалом, Иерусалим. 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 Шаббат шалом. Шалом, шалом, Иерусалим. Шаббат шалом, шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Аллилуйя. Роман пишет: шаббат шалом. Благословляем и молимся за народ Божий. Аминь, аминь, аминь. Благословение Господне всех вам, дорогие друзья. Благословляю всех вас во имя Господне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Благословляю всех вас, братья и сестрички нашего Небесного Папочки. Слава Господу! Благословляю всех вас. Шаббат шалом! Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом.